Точно подсчитано, в дореволюционном Иванове было 19 каменных домов, а в близлежащей деревушке Притыкино, конечно, ни одного. Не узнать сейчас ни старого Иванова, ни деревушки Притыкино. Собственно, деревушки-то уже и нет. Есть новый район города, который строители называют Ивановскими черемушками. До конца года здесь подымется еще 13 домов. Есть о чем посоветоваться главному инженеру строительно-монтажного управления Капустину, заслуженным строителем РСФСР, бригадиром коммунистической бригады Агафоновым. Пройдет всего несколько лет, и Ивановские черемушки станут одним из самых красивых районов города, районом Новоселов.